Всем привет! Ну что, сбылись ваши, ваши просьбы, надежды и так далее. Все, нет усов. Привет, Турция, привет. Чай пьем? Авиация в небе, Юрок. Да, авиация в небе. Да, вроде как полетели наши. Ну, в принципе, наши и летали. Внутренние рейсы были все равно. Но, да, я так понимаю, что сейчас это полетят. Полетят. Добрый вечер из Нижневартовска. Здрасте. Сюрприз. Да, хотели, чтобы я усы сбрил. Я сбрил усы. Вот. В конце концов, ребенок сказал, что я колюсь. Жена вообще на меня, меня не подпускала близко вот, к себе. Так что я сломался в результате. Вот, как говорится, все вместе, со всех сторон надавили. Надавили на меня, и я сломался. Да. Вот. Но я в любом случае убедился в том, что они есть, и они как бы, ну, пойдут мне на случай, если будет роль. Вот, они мне пойдут. Вот. Ради одной роли, грубо говоря, там сейчас нет смысла с ними оставаться. Вот. Но если вдруг понадобится, я могу отпустить, у меня будут нормальные свои усы. Вот. Их еще в порядок привести, правильно, так сказать, хорошей рукой, и все будет это хорошо. Не зря опрос идет. Да, ну ладно, все, короче. Тему про усы мы закрыли. Да, закрыли. Помолодел? Ну, это кажется. Вот. Так, началось. Усы вам идут. Вы что, издеваетесь надо мной? Да. Здравствуйте, как дела? Как это? Как работа? Кто работает, как работа? Вот. Привет, Северодонецк, привет. Я знаю, что Северодонецк – это почти Донбасс. У меня родственников в Донецке по материнской линии очень много. Там брат моего деда жил, там тоже семья, там целая династия, они были шахтеры вот, в советское время. А потом, когда пришли лихие 90-е, вот, жизнь поменялась. Вот. Бросили отбойные молотки пацаны, ну, как бы, получается, мои дедья, вот, и пошли в бизнес. Добрый вечер, привет из Калуги. Да, привет из Волгограда, очень приятно. Спасибо большое, вам тоже. Вот. Про похудели поговорим. Да, давайте, не останавливайтесь. Про похудели, это очень важная тема. Витаня из Украины, добрый вечер. Вот, добрый вечер. Вот. Я работаю в детской поликлинике. Во, прекрасно, молодец. И как у вас там дела? Детки не болеют у нас с коронавирусом? Насколько я знаю, вроде дети вообще прям там какие-то сотые процента по заболеваемости. Так-то, в принципе, ну, ангины, бронхиты, гриппы там никто не отменял. Но, по-моему, по коронавирусу как-то полегче ситуация, да, с детьми. Ну, прям не узнать. Ну, началось. За два месяца привыкли меня ко мне усатому, да? Вот. А я в детском саду работаю. Прекрасно. Я так думаю, что у нас это детский сад уже все, закончился. Привет из Москвы. Здрасте, Москва. Как вы там? Привет, Воронеж. Привет. Лучше про кино поговорить. Да что про кино говорить? Кино пока не снимают. Я вот сегодня делал пробу очередную. Супруга у меня была и оператором, и партнером по тексту. То есть она у меня и снимала, и текст параллельно говорила. Вот. Я думал, после шестого дубля она меня это пошлет куда-нибудь подальше. Потому что то камера съедет, то я в тексте ошибусь, то свет плохой, то еще что-то. Вот. Так что вот так вот. Идем, пишем самопробы, как дурачки на самом деле. Вот правда, вот так я себя чувствую полным идиотом. Вот. Писать самопробы на мобильный телефон в то время, когда, ну, ты не видишь ни режиссера, ни партнера, как бы, и так далее. Ну, какой-то вообще... Привет из Англии. Я так, наверное, из Англии, да, все-таки. Работать хотим. Работать хотите? Так вот, что, почувствовали, что такое пенсия? Посидели два месяца, вот. А вот представляете, старики вот так вот, после там 60 там какого-то, ну, там сколько там, пока здоровье позволяет еще крутиться, а потом-то вот так сидят. Как мы с вами все сидели, вот, да, в заперти. Вот одна радость, квартира, выйти на улицу на лавочке там или вокруг дома походить, и все, и обратно. А вы возмущаетесь, пенсия в 65, видите ли. Да вы выть будете, как я. Я вот почувствовал себя реально пенсионером. Я не хочу в 65 лет на пенсию, я хочу работать дальше.
Мы уже говорили про мы поговорили уже про сохранение эфиров. Они сохраняются в IGTV, вот этом. Вот. Там есть у меня в ленте, получается, это только предпросмотр, грубо говоря. Там маленькая иконочка внизу такая, в левом углу. На нее нажимаете, и вас перебрасывает в IGTV. Вот, и можно смотреть. На Шекспира не замахнуться ли нам? Да, как-то не готов. Вот. Здрасте, здрасте, всем привет. Вот, поэтому не знаю, почему не сохраняются. Ребят, сохраняется все нормально. Некоторые театры, внуки, посиделки. Ну, это ж, понимаете, ну, не все же некоторые. Большинством-то, как большинству-то, не получается. Привет из Майами. Здорово, Майами. Это я какой-то, так понимаю, Майами пригород Киева, наверное, да? Вот, так что вот так вот. В Петербурге резко выросла заболеваемость пневмонией. Ну, когда-то это должно было случиться. В конце концов, ну, майские же праздники закончились. Вот считайте, с 1 мая, если там с 1 по 5, значит, где-то примерно с 15 по 20 начнется заболевание. И так вот прибавляйте и прибавляйте. У нас в конце месяца вырастут цифры. Готовьтесь к этому. Привет, Харьков, привет. А, нет, это область, область Харьков, Харьковская область. Где усы? Нету, все. Как погодка? Погодка, слушайте, сегодня с утра было очень холодно. Я сегодня встал в 7 с чем-то, и прям реально дубак был. Вот, мне нужно там было срочно за магазинчик съездить, там молока не было. Я поехал где-то часов 8, там 8:30, прям дубак дубаком был. Я и сейчас, видите, как сижу. А почему последние эфиры с вами здесь не сохраняются? Так, начинается. Вы знаете что, вы как-то все вместе приходите, чтобы я не повторял одно и то же 100 раз, а? Я только что об этом сказал подробно все. А можно без диплома сниматься в кино? Ну, в качестве массовки можно. Но вам все равно нужно получать образование, потому что, ну, как сказать, природный талант – это крайне-крайне редкая вещь, которая встречается в нашей индустрии. Вот. Надо учиться, есть определенные вещи, которым нужно учиться обязательно. Может быть, не обязательно поступать в институт, может быть, закончить какую-нибудь театральную школу, есть же как бы школы, можно послушать. Ну, в смысле, пройти курс просто, как вариант. Они платные, но там за полгода, там, грубо говоря, там какие-то азы можно понять. Ну, а дальше практика, практика, практика. Так, 3 дня кто-то только эту елку вынес. Ну, видите, есть героические люди в нашей стране. Вот. А пешочком до магазина ходите? Слушайте, до ближайшего магазина у меня здесь получается километров, ну, 5, наверное. Можно, конечно, и пешочком, но когда надо готовить завтрак, а нет молока, то лучше на машине. Новых фильмов хочется посмотреть. Ну, терпите, пока нет. У вас есть домоработница? Нет, какая домоработница? Нет, мы периодически приглашаем. У меня жена, во-первых, убирает сама. Она такая чистюля у меня, что, знаете, как говорится, вот лучше вообще не дышать после уборки генеральной. По воздуху ходить. А так обычно, ну, если там завал прямо, то да, бывает, приглашаем сотрудницу, которая там помоет там или окна, там, или еще что-то. Ну, это когда такая генеральная уборка прям идет. Она у нас примерно там 4 раза в год. Ну, как бы каждый сезон такой получается. Вот, делается. Окна 2 раза в год моем. Ну, как все, наверное. Вот. У нас на Алтае жара. Привет, Казахстан. У нас фильмы с вами пересмотрела. Что, все 98 фильмов пересмотрели? Добрый вечер. На Кавказе были? На Кавказе был. Я был в Грузии. Вот, где я еще был. Да, только в Грузии был. В Армению хочу съездить, и хочу съездить в Грозный, хочу съездить, ну, пока больше никуда таки не хочу. Ну, в Сочи, может быть, еще съезжу. Да, я на даче. А до Москвы сколько к вам? До Москвы 100 километров. Ваше любимое блюдо? Сейчас какое любимое блюдо? Я сейчас очень люблю салат, морской коктейль делаю, креветки, кальмар. Вот, осьминоги, огурец, авокадо, все это немножко посолю, добавлю слегка зелени и залью это все маслом оливковым. И вот это вот мой любимый салат на сегодняшний день. С 2013 по 2019 все пересмотрела? Вы даете, вам делать нечего, а?
Ну, молодец, молодец, в любом случае. В актера бы не отдала ребенка своего. Может быть, это и правильно, может быть, это и правильно. Но если он хочет, то лучше дайте ему возможность попробовать. В какую сторону от Москвы дача? Началось, не скажу. А где Наташа Терехова? Не знаю. Что-то она действительно пропала. Она как-то вот стала довольно-таки редко выходить в Инстаграм. Вот. На даче? Ну, даче хорошо. На даче хорошо. Вы в Москве живете? Да, конечно. Как называется поселок, где твоя дача? Не скажу. Секрет. А с кем вы на даче? С женой, с ребенком, старшая сестра, супруги здесь. Это ее дача, это не моя дача. Виски сидеют? Ну, конечно, давно уже пора. У меня вообще двоюродный брат Иван, он у меня посидел в 20 лет, уже седой был. У них вот туда пошла, по той ветке пошла ранняя седина. Привет, Украина, привет, привет. Вот. Так что вот так вот. Ну что ж, конечно, уже как бы потихонечку. Ой, хоть попала на ваш эфир, все никак не успевала. Ну, наконец-то! А с кем вам нравится работать? С людьми, со всеми. Добрый вечер, довольны в жизни, есть мечта? Мечта, мечта есть в жизни, доволен ли всем? Да, в общем-то, грех жаловаться, наверное. Доволен всем или не могу сказать, но грех жаловаться. Большой привет из Башкортостана. Привет, Башкирия, привет. Я видела мальчика в 14 лет седого. Бабайку, наверное, увидел в детстве. Главное в душе быть молодым. Да, да, главное в душе быть молодым, но мозгами понимать, что, как говорится, тело у тебя уже взрослого, даже, можно сказать, уже пожилого человека. А то знаете, как это, в душе молодой, вот, а тело-то не выдержит. Там суставы и тому подобное. С Домогаровым нет, не снимались. Почему так рано просыпаетесь? Слушайте, ну, как-то вот так вот сложилось. Ну, вот ребенок появился, вот, он просыпался рано, он у нас такой прям ранний птах, вот. И я как-то привык, втянулся, я уже даже несмотря на то, что прошло время, вот, я все равно просыпаюсь где-то там, ну, вот в 6.30, в 7.30, вот в этом где-то примерно промежутке времени, вот. Любимой роли у меня нету. Я уже говорил, у меня роли, как дети. Профессия моя жена, роли мои дети. Ну вот у вас кто любимый из детей? Старший, младший, дочка, сын, кто? Ну вот так вот и у меня, все любимые. Уфа, привет, приветики, приветики. Татуева, Ярославской области, видел. Кого бы хотели сыграть в кино? А я бы хотел сыграть в кино кого-нибудь. Я уже, честно говоря, в том состоянии, в том настроении, когда сейчас я хочу сыграть уже кого-нибудь. Я перед камерой хочу постоять. Любимая роль — муж и отец. Две любимых роли. 20 лет спокойно скинуть можно, особенно когда без усов. Это люблю вот эту ничем не прикрытую лесть. Говорите, говорите, не останавливайтесь. У меня нет детей. Ничего страшного, у вас еще все впереди. Потом поймете, когда появится, вот, не один, там, два, три, вот тогда поймете, кто из них больше любимый. Буратино бы сыграл, а спустя 30 лет, наверное, можно было бы попробовать. Вы каждый день перед камерой. Ну, как бы да, наверное, эти эфиры в каком-то смысле компенсируют мне, да. Даже не привыкли мы сидеть дома. Да вот тоже, в каком последнем фильме вы снялись? Откройте мою биографию творческую, посмотрите. Есть два фильма, которые еще не вышли. Это «Судьи и судьбы» и «Иллюзия счастья». Вот. Спасибо большое, спасибо за то, что смотрите меня. Я всегда говорю, что я работаю для вас. Если бы не было вас, не было бы меня как актера. Так что у нас с вами взаимная такая, знаете, я вас развлекаю, вы смотрите мои фильмы, и мы, грубо говоря, оба получаем, и мы все вместе получаем то, что мы хотим. Да вы что, боже мой, кто-то усы пошла. Ну, я понял. Ну, я, в принципе, не хотел сегодня в эфир выходить, но так как я усы сбрил, думаю, ладно, порадую народ, чтобы сердце себе не рвали. А то же можно представить, ходят целый день и думают, да блин, Батурин-то с усами. Ну, елки-палки, расстраиваются. Думаю, ладно, выйду в эфир, чтобы посмотрели, что я уже без усов. Спасибо. Да, ладненько, друзья мои, давайте, коротенький эфирчик был, все, я вас всех успокоил, усишки я сбрил, вот. Вот. И да. Да, и все, давайте тогда. Всем вам всего хорошего, будьте здоровы. Вот. И не узнают, я в маске хожу.
Будьте здоровы, давайте, как-нибудь в ближайшее время, может, еще и выйду в эфирчик, да? Вот. Началось. Усами тоже красиво. Ну, здрасте, приехали. А вчера вот нельзя это было сказать. Мне ближе мелодрама, драма. Да мне все по плечу. Мне все по плечу. И драма, и мелодрама, и комедия. Я уже в том профессиональном возрасте и состоянии, когда уже могу все что угодно сыграть. Все, пока. Всем всего хорошего. Давайте, до новых встреч. Пока-пока-пока.